Страхов много, а смерть одна. Привет, это Даша. Я буквально вчера прочитала книгу, дочитала книгу Трейси Шевалье, называется «Падшие ангелы». И она мне так понравилась, что я решила скорее снять о ней видео, пока у меня не остались впечатления. Действие происходит в Англии, в викторианскую эпоху, как раз умерла королева Виктория. Не поверите, весь сюжет крутится вокруг кладбища. Не пугайтесь, там нет вообще ничего мистического, даже ни на йоту. Просто однажды две семьи, у которых могила их предков находится по соседству, приходят туда одновременно маленькие девочки, там, около 9 лет, могу ошибаться, знакомятся с другом, тут же становятся подружками. И там же они знакомятся с сыном могилокопателя, и дальше понеслась колея. Значит, матери, причем девочек, немножко, не то чтобы недолюбливают, но относятся так вот скептически. И начинает развиваться сюжет. Это не боевик, это не, там, как я уже сказала, не что-то мистическое, не детектив, просто роман. Притом он написан так интересно, так вот, прям вот, он меня ни на минуту не отпускал, и он мне напомнил очень, пришло мне такое сравнение на ум с аттракционными вот этими, которые быстро куда-то там, типа американский горок. Сначала сюжет едет медленно, разгоняется, но то, что он едет медленно, не означает, что он скучный, он безумно интересный. Разгоняется, все скорее, и на концовке резко останавливается. Совершенно шикарная книга. Я боюсь сказать что-то еще, потому что любая информация, помимо той, которую я озвучила, будет уже спойлером. Я не люблю спойлеры ни делать, ни видеть, и поэтому я молкаю про сюжет. Кстати, вот хочу подметить, что книга меня привела в такое восхищение, что я мигом понеслась и скачала все остальные книги писательницы, к сожалению, их не так много, 5-6, это так. Кстати, помните фильм, по-моему, со Скарлетт Йоханссон «Девушка с жемчужной сережкой»? Написано на основе романа Трейси Шевалье. Так-то. Так что срочно бегите, скачивайте или покупайте, если вам в натуральном виде больше нравится читать книги. Вы не пожалеете, я обещаю. Кстати, вот те факты, которые она пишет о устройстве кладбища тех времен, не пугайтесь, она не так много об этом. Это реальность. То есть она перелопатила там литературу соответствующую и, опираясь на узнанную информацию, подавала читателю, передавала эту информацию читателям. И, ну, все остальное вымышленный сюжет, как говорится, все совпадения имен и случайности действий и случайные, в общем. Что-то я сейчас не то сказала, по-моему. Но книга правда прекрасная. Я действительно рекомендую ее к чтению. И это уже почти так навязчиво рекомендую. Вот. Ну, правда, чудная писательница. Превосходная. Слог чудесно. Она, кстати, не... Пусть фамилия не вводит в заблуждение Шевалье. Она американка, жила в 60-е годы. Родила в 60-е годы в Вашингтоне, по-моему. Просто книга во мне вызвала такое восхищение. Сколько раз я уже произнесла это слово за все видео? Что я даже полезла смотреть ее биографию. Да. И у меня просто нет слов. Единственное, которое лезет, ну, восхищена, но я его уже произнесла, наверное, 1000 раз, поэтому я заканчиваю это свое сумбурное видео. Вот и батарейка очень ко времени заканчивается. Здоровья вам и до скорых книг. Пока!